С начала 2018 года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировано свыше 17 тысяч подъездов в многоквартирных жилых домах. В общей сложности в текущем году в Подмосковье планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов. В Электрогорске запланирован ремонт 150 подъездов. Годовая программа выполнена уже почти наполовину. Проехали, посмотрели, как ведутся работы по капитальному ремонту подъездов. Были сегодня на Ленина 25, 29 и 33, а также на Советской 28 посмотрели. В этом году план у нас 150 подъездов от общего количества всех подъездов в городе Электрогорска. В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы, и утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов. Есть определенная особенность, это в этом году обязательным требованием в ремонте подъездов должны быть заменены все окна на пластиковые, что мы сегодня с вами видели вот по улице Ленина и на Советской 28. Конечно, в прошлом году так не было. В прошлом году в одном из главных элементов это была частичная замена окон, то есть там либо самые такие устаревшие, которые уже там невозможно эксплуатировать, там либо на первом, либо на третьем, там, ну, в зависимости от на каких этажах самые плохие окна, там и менялись. Вот сейчас уже полностью 100% все окна меняются на пластиковые. В некоторых подъездах работы уже завершены, осталось провести уборку, в других еще продолжаются. Качество работ, наверное, на отлично это тяжело, да, сказать, но и не совсем плохо, где-то примерно, наверное, на 4. Качество работ. Есть, конечно, вот как мы с вами встретили на Советской 28, некоторые моменты, которые необходимо управляющей компании поправить, где-то подкрасить, где-то что-то изменить. Вот. Но в целом, конечно, работа видно, что это не текущий ремонт, это действительно капитальный ремонт подъезда, потому что меняются входные двери, вторые входные двери, меняются окна, вся электрическая часть убирается в короба. По улице Ленина видим, да, что вот эта старая электропроводка, все вот эти вот вставыши, простыми словами, жуки, да, которые там раньше там могло, из которых возгорание произойти, все меняется на автоматы УЗО, ДИФ автомата. Вот, в коробах все красиво, светильники новые светодиодные, которые светоакустическими датчиками установлены. Вот, но в целом хочу сказать, что благодаря вот этой программе, которая по признаку своему является воплощением губернатора, да, вот придумал и реализовывает Министерство ЖКХ ее, нам в кратчайшие сроки, наверное, 3-4 года удастся все подъезды так отремонтировать, чтобы замену окон, электрики, светильников, входных дверей, плитки на первом этаже, вот, и входных групп, я думаю, что жители как бы это должны в любом случае заметить. В обязательном порядке в приемке выполненных работ участвуют председатели советов многоквартирных домов и жители. В целом работы оцениваются на твердую четверку. Одним из минусов и замечаний со стороны жителей является несвоевременная уборка подъезда и приведение в порядок входных дверей и групп. Окна, стены, поручни, перила, очень много побелки, очень много краски, очень много всего, где обляпано, валяется, не вывезли. Культуру производства работ, конечно, надо подтягивать. Директор управляющей компании это все своими глазами видел, мы сами все это прошли, посмотрели. Представитель госжилинспекции Александр Бутор отметил, что по сравнению с другими округами в Электрогорске работы осуществляются оперативнее и качественнее. Хотелось бы отметить, что управляющая компания в этом году производит ремонт качественно, в срок, с учетом всех необходимых стандартов и пожеланий собственников многоквартирных домов. В Электрогорске в этом году мы в первый раз выехали для осмотра подъездов. В сравнении с другими городскими округами программа ремонта «Мой подъезд» реализуется гораздо быстрее и лучше. До конца текущего года осталось отремонтировать ровно половину от плана. Очень важно усилить темпы, на объекты привлечь большее количество рабочих, чтобы успеть реализовать программу и капитально отремонтировать все запланированные подъезды.